ребят, разберемся. Оставайтесь на связи. Ясно, выполняйте. Продолжает движение. Внимание, прошу поддержки. Самому мне с ним не справиться. 10-4, 4-Дельта-22. Есть свободная машина, направляю к вам. Стараюсь толкнуть его. Внимание всем постам. Все свободные машины в мой квадрат. 10-4, Дельта-22. Есть свободная машина, направляю к вам. Есть кто впереди нас, надо перекрывать дорогу. Нет, 4-Дельта-22. Подождите, у нас много срочных вызовов. Остановить его или выйти на позицию для задержания. По-прежнему Ко-3. Остановить не вышло. Как там наше заграждение? 10-4, 4-Дельта-22. Начинаем инструктаж сотрудников. Оставайтесь на связи. Контакт потерян. Ждите. Я постараюсь толкнуть его. Браво 2-9. Это Зулу 5-1. Доложите обстановку. По-прежнему преследую водителя. Код 3. Кажется, это надолго. Пострадал.
Переведите его на нас. До сих пор код 3. Нарушитель не задержан. Всем внимание. Формируем коробочку и нагоняем его. Как только он притормозит, взять его. Вызывайте врачей и эвакуатор. Информация для участников погони. Код Шер ехал на восток через... Нападение на экипаж. Объект пытается скрыться. 1087, код 3. Поняли. Выполняйте. Только что проскочил. Мы пристраиваемся за ним. Патрульная машина. Он отрывается, теряю контакт. Подвиньтесь маленько, я проеду. Сейчас я его заторможу. Не могу занять позицию. Приближаемся. Как он ехал на юг по Стейт-стрит. Начинается оцепление района. Свободным экипажам начать патрулирование. Ага, вот он. Код 3. Постараюсь заблокировать ему ход. Думаю, он остановится. Кажется, этот псих меня зверь понял. Внимание! Сейчас все увидите!
по последним данным, код 6 двигался на запад, мимо Diamond Park. Рекомендую вам оцепить этот район. Начинайте прямо сейчас. Право 2-2, выставили 1073 к юго-востоку от последнего известного 20. Нашли машину с похожими приметами. Сейчас проверю номера, ждите. Это не он. Отпускаем. Mm-hmm.